Всем доброе батумское утро. Я иду на почту. Мне пришла посылка из Израиля. Аркадий, огромное спасибо за подарки. Иду я к 9 часам к открытию. Надеюсь, что очереди большой не будет. Потому что стоять в очереди не совсем хочется. Получила я свою посылку. Очередь была небольшая, всего 5 человек. Поэтому все отлично. Иду домой уже с подарочками. Аркадий, еще раз огромное спасибо за подарки. Из Израиля мне еще посылочки не приходили. Хотела зайти еще в белорусский магазин. Там был привоз. Посмотреть летние костюмы, вам показать. Но они еще, видимо, закрыты. Я думаю, что они с 10 работают, наверное. Сейчас буду мимо проходить, посмотрю. Если открыты, то зайду. Потому что у них в Инстаграме прям такие красивые летние цвета были. Ну вот я прохожу, магазин работает все-таки, видимо, с 10, а время только 9:30. А? Нет? А, ну там закрыто все равно. Все, девочки работают с 10. Ну, зайду потом как-нибудь. Сейчас начнется самое интересное – разбор посылки. Здесь в основном уход для волос. Территория ресторана «Аджарский дом». Здесь такой музей под открытым небом. Когда прохожу мимо, всегда вам это показываю. А это ресторан «Аджарский дом». Я вышла на набережную, давно здесь не была, с нашими поездками. И прям, знаете, с удовольствием гуляю. Скоро покажу вам, что здесь нового открылось, цены покажу. Ну, уже, наверное, где-то в конце месяца, в начале мая, может быть, когда начнется все потихонечку открываться. И это будет актуально. Читала на днях в одной из групп, что девушка сидела напротив аквапарка уже вечером, и к ней подошли и выхватили у нее телефон. Вот такая вот история, представляете? Поэтому будьте осторожны. Кстати, цыган тоже опять появилось много, видимо, ближе к сезону. Они все тусуются у Батуми Мола на Гаргеладзе. Ну вот смотри, сейчас и по набережной, и у юстиции их много, поэтому будьте бдительны. Эти ребята не дремлют. Раньше у меня никогда не возникла бы мысль, что у меня кто-то что-то может забрать на набережной. Что я могу вечером выйти полюбоваться закатом, ко мне может кто-то подойти и забрать у меня телефон. Но сейчас, к сожалению, таких историй все больше и больше. Еще я помню, что раньше всегда по набережной очень много полиции гуляло. Сейчас как-то ее стало гораздо меньше. Так, если я не ошибаюсь, то кафе должно быть где-то вот здесь. Ну, сейчас обойдем и увидим. О, самолет, самолет.
покажу вам меню. Пока так. Десерты. Ну, я взяла, как всегда, сырники и кофе я взяла. Американо и молоко отдельно я беру. Такой интересный интерьер. Он вроде и современный, но с элементами таких старых вещей, накидок. Необычно. Вот такие, например, кресла интересные. Есть терраса. Я знаю, что вечером здесь играют диджеи. В целом такая неплохая атмосфера. По кухне ничего не скажу, потому что я заказала только сырники и американо. Но сырники скажу, понравились мне или нет. Заведение находится на набережной. Такая вот подача сырников. Буду сейчас пробовать. Но пока на вид ощущение, что там много муки. Не знаю, сейчас попробую, потом вам расскажу. Потому что, видите, они такие прям зернистый творог. И как будто там мука. Но будем пробовать в любом случае. Подача красивая. За подачу прям пятерочка. Так, ну что хочу сказать. Прийти, чтобы насладиться закатом, посидеть на террасе, послушать хорошую музыку, потому что вечером здесь играет диджей. Например, покурить кальян, выпить пару коктейльчиков. Ну, наверное, да. Сырники были невкусные, потому что было очень много муки. Ну, то есть это прям видно было по видео. Да, я когда их увидела, даже не пробовала, сразу поняла, что там очень много муки. Я не люблю такие сырники. Кофе был отличный, вкусный, хороший кофе, да, кофе мне понравился, сырники точно нет. Ну, опять же, повторюсь, прийти за вечерней атмосферой, когда красивый закат, классная музыка, то, наверное, стоит. Ну, я думаю, что я еще сюда вернусь, но уже вечером, чтобы так на релаксе немножечко посидеть, выпить, например, маргариту или апирольчик. Сырники заказывать точно больше не буду. Сейчас я зайду в Метро Сити, посмотрю, что там появилось интересного. Мне нужны летние какие-нибудь босоножки спортивные. Хочу посмотреть, привезли уже что-то или нет.